Сегодня сменить медицинское учреждение можно двумя способами. Первый – нужно прийти в выбранную амбулаторию всего с одним документом – удостоверение личности. В регистратуре заполнить заявление, после чего данные вносятся в электронную базу. Следовательно, открепляться от предыдущей медицинской организации не требуется. Можно выбрать второй путь – виртуальный. На сайте электронного правительства есть вкладка «Прикрепление к медицинской организации». Далее пройти регистрацию и заполнить заявку. Через день должен поступить ответ. Компания дает даже право прикрепиться тем пациентам, которые находятся от организации медицинской первичной медико-санитарной помощи даже не на территории. Но тогда будут оговариваться условия, то есть с обслуживанием на дому или без обслуживания. Это все также в приказе оговорено. На сегодня к медицинским учреждениям Кустаная прикреплено 858 тысяч человек. Это на 4 тысячи больше по сравнению с началом года. Стоит отметить, что с этого года прикрепиться поликлиники могут и иностранцы. Раньше лица без гражданства получали помощь только в экстренных случаях. Сейчас они, как и граждане Казахстана, имеют право на бесплатные медицинские услуги. Правда, обновленные списки пациентов заработают только с 1 января следующего года. Если я сейчас прикреплена, опять же, ко второй поликлинике, да, наглядно вам поясняю, и сейчас идет кампания, я перекрепляюсь к поликлинике номер 3. Получать медицинскую помощь я буду с 1 января 2018 года. Вот этот остаток этого года я буду обслуживаться также во второй поликлинике. Кампания по прикреплению к медицинским учреждениям в Казахстане продлится до 15 ноября. Диар Ахмечен, Андрей Деминок, РТН.